университет очень часто не занимается образованием. Образование – это education, это от латинского слова educare. И это латинское слово – это другого слова, тоже латинского, educere. Educere – что это значит? Educere – это значит вывести самое лучшее, что есть в человеке. Помочь человеку быть самим собой. Помочь человеку понять, каковы его таланты, и помочь ему умножить этот талант, развивать этот талант, ставить этот талант на службу всей стране, всему миру. Значит, университеты, как мы видим сегодня, очень редко занимаются образованием. Хотя мы говорим, что это образовательные центры, они образованием не занимаются. Они продают информацию. Понимаете? Дают информацию, продают информацию, которую студенты покупают. Время от времени покупать не информацию, а просто диплом. Это тоже бывает. Но это в худшем случае. Но в лучшем случае покупают информацию. Но они не покупают образование, то есть формацию, формирование характера. Я видел, что студенты и молодежь в мое время, по крайней мере, это было 20 назад, очень хотела образования. Очень хотела понять, что такое формирование характера, что такое человек, что такое рост внутренний, что такое рост духовный, рост профессиональный. И никто не отвечал на эти вопросы. Университет давал технические познания, которые эти ребята и девушки покупали.